Отличное, хорошее настроение у команды. Готовимся к серьезному сопернику. Хорошо, что выиграли прошлую игру. Нужно сейчас подойти хорошо к матчу, подготовиться, настроиться и также играть в свой хоккей. Как ты думаешь, почему с «Нефтехимиком» вышло так непросто все-таки? Там молодая команда достаточно, у них хорошие быстрые форварды. Есть кто может обыграть, поэтому нам пришлось тяжело. Там всегда непросто играется. Поэтому так игра сложилась. We started the road trip the way that we wanted. Like «Нефтехимик» gave us a good game. They played very, very tight defensively. We still managed to get some quality chances, but overall I like our team effort. Like we played very solid in the three zones. We skated very well. I felt that we controlled the game for the most part. And but hey, that's all behind us. Today we had a good practice. Tomorrow we have a big game. Obviously, he's a very good hockey coach, and they're a very good organization over here. Whenever you have a chance to have a legend like Pavel Datsyuk on your team, you know one thing is that things will be done the right way. And they're a very structured hockey club. Like they're off to a great start, like us. So it should be a good game. У них поменялся тренер, игра достаточно поставленная. Они выиграли много игр, преследуют нас, поэтому будет хорошая боевая игра. Есть много исполнителей. Также иностранцы там очень хорошие, поэтому нужно играть в свою игру, гнуть свою линию, и тогда победа будет за нами.